Значит, на сегодняшний момент у нас по городу Горловке произошло 230 пожаров, на которых погибло 11 человек. Травмировано 18 человек. Спасено 8. Значит, если брать статистику наших выездов за последнюю неделю, то в городе произошло 35 пожаров за неделю. Это очень большое количество. Это был всплеск температурный режим в городе, он дал о себе знать. По центрально-городскому району 13 пожаров было, Никитовский 13, Калининский 9. Из этих 35 пожаров 25 это была сухая трава, мусор. Значит, сейчас наши действия, ну, как бы направлены на проведение профилактических мероприятий по тушению пожаров, недопущению разжигания костров в пожароопасный период. Параллельно мы работаем на наших водоемах. Опять же, пик был температурный, погодный. У нас по городу на сегодняшний день 10 людей, которые погибли на водоисточниках. Поэтому ситуация такая, скажем, напряженная. Чуть сейчас погода так немножко изменилась, и немножко нам легче стало работать.